Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами о счастье, успехе и планировании. Счастье – это лучший измеритель успеха. Настоящий успех определяется не знаниями, не образованием, а действиями. Илон Маск, Цукерберг, Билл Гейтс и многие другие бросили университеты. Как вы думаете, почему же двоечники в жизни добиваются больше, чем отличники? Дело в том, что у умных людей очень много вариантов в голове, и поэтому они слишком много времени тратят на раздумье, какое действие им принять. А правда жизни заключается в том, что если нет действий, нет успеха. Второе, что определяет наш успех, это, конечно же, непоколебимая вера в себя. Если вы хотите узнать о прошлом, посмотрите на вашу текущую ситуацию. Кто вы сейчас? Если вы хотите узнать свое будущее, посмотрите на свои текущие действия. Делание дел, не доставляющих вам удовольствия, снижает вашу эффективность. Для эффективности нужна ясность цели, чего вы хотите. А также визуализация цели. Правильно подобрать цель и отбросить все ненужное. Ваша пропускная способность равна количеству законченных дел. Сколько дел вы заканчиваете в день? Делите на один день, вот это и есть ваша пропускная способность. 3 дела в день или 5 дел. Список дел фокусируется на том, что делать, а канбан-система на том, что сделать. Список дел статичен, кайдзен планирование динамично. Список дел подавляет, а кайдзен планирование мотивирует и вдохновляет. Нужно задать себе вопрос, для чего я живу? Если вы не знаете, чего вы хотите, вы всегда будете исполнять только чужую волю. Если вы сами не знаете, куда вы идете по жизни, вы никогда не добьетесь успеха. В Японии есть такое понятие, как икигай. Это ради чего ты живешь? Твое предназначение, миссия. Шокунин – это когда ты хочешь быть лучшим в своем деле, лучшим дворником, психологом, врачом, певцом и так далее. Виктор Франкл, знаменитый психолог, говорил, что счастье – это просто побочный эффект правильно организованной жизни. Для того, чтобы быть счастливым, нужно планировать и делать правильные вещи. Первое – нужно записать на бумаге все, что вы любите. Второе – что вы умеете делать. Третье – за что мне платят деньги. Четвертое. Что нужно людям? Мы должны фокусироваться не на том, как сделать больше дел, а как больше освободить время, которое, как известно, является самым ценным ресурсом в нашей жизни. Освободить время, чтобы заниматься хобби, путешествовать, проводить больше времени с семьей. Очень важным фактором достижения успеха является воля, потому что воля – это энергия. Воля питается энергией. Воля без энергии равна нулю. А воля создается энергией. А энергия приходит к нам тогда, когда мы занимаемся любимым делом. И еще каждый день будет азарт, если делать то, что я хочу, а не то, что хотят другие. Общество загоняет нас в рамки, внушает нам, что ты такой-то, и мы начинаем в это верить. Поэтому миссия – это то, что вы есть. Человек никогда не сможет быть счастлив, если играет чужую роль. Секрет всех великих успешных людей заключается в том, что каждый из них имеет собственное мнение и делает только то, что хочет он. Друзья, если вы хотите более подробно изучить тему успеха и счастья, то напишите ко мне в личку и получите книгу в подарок. Ну, а я вам от всей души желаю найти свое призвание, иметь масштабные, грандиозные цели и быть невероятно счастливыми и успешными людьми.